Дмитрий из Маганского района объясняет ситуацию. Страховая компания отказала в выплате по ОСАГО, ссылаясь на то, что в справке ГИБДД неправильно указан номер транспортного средства виновника. Правомерен ли отказ и как сейчас поступить? Обращаться в суд или переделать справку? Отказ страховой компании неправомерен. Если у страховой компании были какие-то неясности по объему представленных документов, в частности, видно было, что имеется опечатка в номере виновника аварии, то, конечно же, страховая компания должна была предложить заявителю допредставить документы. Но в данном случае отказ уже есть. Что делать дальше? Конечно же, мы рекомендуем переделать справку, получить правильную справку с правильным указанием ВИН-номера. После этого не забыть направить в страховую компанию претензию, приложить к ней эту справку. Если страховая компания на претензию в добровольном порядке не удовлетворит, уже после этого обращаться в суд с иском о взыскании. Марина спрашивает, может ли гражданская супруга взять опеку над недееспособным гражданским мужем? Теоретически, да, конечно, может. То есть у нас решение об опеке принимает орган опеки и попечительства. Если вы намерены стать опекуном, вам необходимо в этот орган представить заявление и соответствующие документы, перечень которых утвержден постановление правительства. Ну и вы с этим перечнем, я думаю, сможете ознакомиться в органе опеки и попечительства. Данный орган рассмотрит ваше заявление и приложенные документы, и по результатам такого рассмотрение, примет соответствующее решение. Вера спрашивает совета, правильно ли меня направляют в центр занятости на работу, где у меня нет опыта. Училась и работала художником, а меня направляют на работу кассира-продавца. В результате мне везде отказывают из-за отсутствия опыта, а на бумажке мне приходится писать, что я сама отказываюсь от предложенных мне мест работы. Если работник по профессии является, гражданин по профессии является художником, но в данный момент вакансии художника отсутствуют, то служба занятости правомерно предложила подходящую работу. Возможно, хотя и другой специальности, другой специализации. Здесь важно другое. Если работодатель отказывается принимать по направлению работника, то все-таки отметку на направление службы занятости об отказе принять работника должен делать работодатель, но не работник. Потому что если сделает работник, в этом случае он может лишиться, а выплата пособия по безработице может быть приостановлена. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.